Здравствуйте, друзья! С вами рубрика «Эх, дороги» и я, Александр Глущев. В разных точках нашего города появляются новые, красивые, большие торгово-деловые центры. В частности, один из них вот здесь вот находится в поселке Солнечном. И мы решили посмотреть, как руководство этих крупных торговых сетей заботится об интересах автомобилистов, в частности, об интересах людей с ограниченными физическими возможностями. Обратите внимание, что все эти автомобили стоят здесь фактически незаконно. Почему? Потому что при въезде на стоянку отсутствует знак «Зона организованной парковки». Посмотрим, как руководство торговой сети побеспокоилось об инвалидах. Знак «Стоянка» установлен абсолютно некорректно, а это стоянка для инвалидов. Вы знаете, что обычный водитель может заплатить 5000 рублей за то, что займет место инвалида. Мы видим, что здесь находится табличка «Инвалиды» и табличка, указывающая не зону действия знака, она указывает направление на объект. То есть табличка указывает, что стоянка для инвалидов находится либо где-то там, либо где-то там. Мы посетили еще один крупный торговый центр, все в том же Ленинском районе, и при въезде также не обнаружили знака «Зона организованной парковки». То есть ее здесь фактически нет. Вот еще очень смешной набор знаков. Такой набор знаков говорит нам о том, что стоянка находится где-то там, вдали. Хотя, по замыслу хозяев торгового центра, она находится здесь, судя по нанесенной на асфальт разметке. А еще мы обнаружили здесь автобусную остановку, которая не обозначена дорожным знаком. Следовательно, торговое начальство не хочет беспокоиться еще и о пассажирах. В соответствии с действующим законодательством, ответственность за установку и содержание знаков и разметки вот на таких торговых территориях ложится на руководство торговых сетей, потому что это частная территория. Но сотрудники ГИБДД должны контролировать их правильную установку и содержание и выдавать предписания на устранение недостатков. Это их функция в соответствии с административным кодексом. Сегодня мы говорили с вами о стоянках возле торговых центров и о соблюдении прав инвалидов, но покидая благословенный Ленинский район, я не мог не остановиться возле этого чудесного знака, который у меня за спиной. Вы его видите? Я не вижу. Каким образом водитель грузовика может догадаться о том, что двигаться по этой дороге ему запрещено? С вами была рубрика «Эх, дороги». Я Александр Глущенко и Виктор Рыков. Пишите, подписывайтесь, читайте. Спонсор программы – Тольяттинский трансформатор.